Привет, я Ваня, и я рисую сегодня елочку. Рисуй со мной, будет прикольно и будет очень здорово. Будет прям по-настоящему, как большие художники. Будем рисовать на белом листе бумаги двумя или тремя кисточками, водой и красками гуашь. Гуашь 12 цветов мультики фирмы Гамма. Классическая гуашь хорошо смешивается, кладется на лист. Сейчас как раз я тебе это покажу. Берем, мочим кисточку не очень сильно, немножечко, совсем немножко, и берем зеленую краску. Зеленую краску мы возьмем и вот так поставим. Вот здесь точечку. Такую точечку ставь, прям не ошибешься. Прям вот так раз, поставил. Сделал, да? Сделала или сделал, я не знаю, мальчик ты или девочка, а может быть ты мама или папа. Рисуем теперь елку. Смотри, как я рисую. Я смотрю и рисую так. Раз и два. Сразу нарисовал. А теперь-то, теперь не буду спешить, теперь буду вот так делать. Я немножечко во все стороны вожу вот так своей зеленой кисточкой с краской. Вот так раз, два, три, 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 раз. И моя елочка будет неровная. Я не рисую пирамиду, я рисую кривую елочку, очень-очень большую, но очень кривую. И она вот так вот отсюда до сюда и вот здесь. Я прям толстым слоем накладываю, и она выходит. Веточки неровные, вот так я это делаю. И нужно, чтобы твоя рука дрожала. Ты можешь прям потренироваться. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Два, 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 два. Здесь я тебе советую поспешить, не медленно рисовать, а быстро, вот так вот ляпать во все стороны ее. И лучше всего, чтобы действительно передать дрожание руки. Тогда твое дрожание будет превращать твои неровности в красивый рисунок елочки. Вот такая она, небольшая, неровная. Вот так иголочки с нее, веточки торчат во все стороны. Какая-то больше, какая-то меньше. И мы это все показываем. Теперь же я сюда добавлю немножечко, какого цвета, я не знаю, давайте немножечко черненького, чуть-чуть капну черного и вот так начну разводить. Раз-раз-раз-раз-раз, раз-раз-раз-раз-раз. Я делаю ее немножечко зеленее и глубже, она такая зелено-глубоко-зелено-черная становится. Именно кое-где. И по второму разу я провожу и вот так вожу. Неровности вожу. Неровности я делаю жужу. Сегодня украшений совсем не будет на елке. Только саму елку будем учиться рисовать. Прям профессионалы, большие ребята. Сегодня рисуем, вчера рисуем. Мы много рисовали на целый год. И я хочу показать вам, как нарисовать такую настоящую елку, как будто бы она стоит прям в лесу. И завалено снегом. Сейчас снег тоже будем рисовать. Не останавливайся. Такая кривая елка будет у тебя. Она у меня тоже не очень ровная. Здесь как раз чем кривее, тем красивее. Да? Теперь ты должен расслабиться и сказать: елочка, готова. Теперь-то я тебя буду закрашивать какой-то краской. Белой? Я думаю, белой. И толстую кисточку смоем. Кисточки должны быть всегда чистые, чтобы у нас они готовы были к следующему уроку. Раз, 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 все готово. Теперь-то мы возьмем среднюю кисточку. Средняя кисточка мне тоже очень нравится. И берем белую краску белила. Вот такая белая краска. Ее прям так макаем туда. Ну, такие прям хорошие белила. Не очень много, так возьмем. И начинаем мазать. Мазать будем очень тоже криво и косо. Вот так раз, намазали, два, убрали. Смотрим, что получилось. Опять раз, два, три, раз. Намазали, убрали. Намазали, не мажь, а просто так дотрагивайся. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Как будто ты берешь кашу и раскладываешь на свою елочку. Не старайся размазать, старайся именно нанести несколько мазочков, даже не мазочки, а просто как бы выкладываешь, как будто бы на каждую веточку ты должен выложить побольше белил. Немножко клади побольше, потом опять поменьше, потом опять побольше, где-то снега больше, где-то меньше, и мы вот это делаем. И у нас на глазах чудо получается. Чудо, 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 чудо творческое. Просто маленькими мазками мы рисуем настоящую елку.
Я думаю, такая техника, она простая, но она поможет тебе рисовать елки, деревья, и она действительно несложная. И столько радости мне приносит, когда я вот так рисую, особенно мне приносит радость, когда я могу поделиться этим с тобой. И советую тебе зайти в Инстаграм, найти меня, Рыбакит Папа Рисует. Легко это сделать, правда легко. И легко поделиться со мной твоей елочкой. Это было бы вообще потрясающе, когда я получаю рисунок от ребенка. Ответный, я вдвойне рад. Это подарок для меня и новогодний подарок. Был бы здоровский, если бы ты поделился своей елочкой вот такой, какая она у тебя получилась. Я очень рад, что я смог для тебя нарисовать елочку. Теперь я макну синего и немножко вот так сделаю внизу. Но тоже это буду делать неровно. Не стараться ровно делать, а стараться криво делать. Теперь добавлю белил и сверху размажу все это дело. Я пытаюсь внизу показать снег. И вот он такой размазистый, такой. Везде снег у нас лежит, сзади елочки, где-то еще. Но елочка пока что одна у нас. Только одна елочка, мы ее нарисовали. Я прям очень доволен, что наконец-то дошли руки у меня для настоящих таких художников молодых показать, как можно нарисовать классную елочку за 5 минут. У нас получился прям приз. Новогодний. Смываем кисточку. Рисовать мы больше уже ничего не будем. С удовольствием показал тебе. И радуюсь, и тебе стараюсь передать свое настроение новогоднее с помощью рисования. И продолжаю это делать, не останавливаюсь. Зову тебя участвовать в моих конкурсах, которые проходят в Инстаграм. Ты можешь выиграть приз, а самый главный приз – это когда я нарисую для тебя рисунок, то, что ты попросишь. Я знаю, многие хотят именно это, и я это делаю каждый день по будням, я рисую рисунок для тебя. И условия конкурса ты можешь узнать в Инстаграм. И, конечно же, жду. А так как Новый год уже вот-вот наступит, прям, надеюсь, не на нашу елку, а наш рисунок потрясающий. С Новым годом, с новым счастьем, с новыми красками, с новыми гуашами, листочками и красками, чтобы они у тебя заканчивались, все краски, и ты хватал новые. И попробовал все на свете в следующем году. И краски, и акварель, и гуашь, и пластилин, и масляную пастель тоже. С Новым годом, пока-пока!